Всем большой привет! Хочу показать свои пустые баночки, которые закончились в октябре месяце. Начну, как всегда, с головы и так потихонечку будем опускаться к ногам и потом по уходу. Закончился в этом месяце всего один шампунь, значит, в следующем будет их очень много. Это от Le Petit Marcellier шампунь для всех типов волос. Входит в него молочко и цветок липы и обещает мягкость и уход. Вы знаете, мне этот шампунь очень понравился. Мы его начали использовать всей семьей еще на юге при морской воде и закончили уже дома. Половинку привезли и здесь закончили. Вот как раз при морской воде у меня его с удовольствием использовал муж. Я там не рисковала, я посерьезнее старалась немножко. Ну как посерьезнее, я от Avon пользовалась, он у меня этим. Но когда вернулись домой, он его отставил, взял свой мужской любимый от перхоти, а я продолжила использовать этот. Мне он очень понравился. Ну, естественно, с масками, с разными дополнительными средствами. По этому шампуню он действительно для всех типов волос. Он промывает волосы и жирные, и сухие. И при этом вот у меня не было раздражения. У меня бывает такое, что голова привыкает к шампуню, начинается кожа головы зудеть. С этим такого не было. То есть он вообще хорошо работал. Промывает хорошо, не до скрипа, как я вот не люблю. С длинными волосами вообще девочки не любят до скрипа, потому что такое гнездо не расчесать. Еще один шампунь для меня просто must have от Clarins. Я люблю и от Clarins, и от Batiste шампуни. Есть еще сухой шампунь у меня от Avon, он мне совсем не нравится, вот прямо если по оценке, то тройка Avon-овскому. А этот шампунь, он даже придавал объем, то есть вот челка, например, у меня часто пачкается самая первая жирница, потому что крем, когда я наношу на ночь, все равно челка прилипает и с утра бывает жирная. С утра не всегда получается мыть голову, и тогда вот это для меня спасение. Он делает даже объем. Хороший сухой шампунь. Нравится. Он мне в коробочке красоты попадался. New Beauty Box. И вообще в New Beauty Box очень часто попадаются сухие шампуни. За что я им очень благодарна. Еще одно средство закончилось для волос. Это вывели уже из каталога Avon для сияния. Как-то он так называется. Сыворотка для волос. Сияние день за днем. Отличная была сыворотка. Надо всего капельку, я ей пользовалась в районе 2 лет, ну не в каждое, конечно, применение после мытья головы, но часто. Вот такой тут носик, вот прямо 2 капельки капаете и по всей длине волос разносите, и волосы действительно начинают немножко так свечение давать. Но им нельзя перебарщивать было. Долго говорить не буду, потому что вывели из каталога. Очень полюбившаяся маска. Маска черный рис. Это от Olin Professional. Ну, в общем, профессиональный шампунь. Вы знаете, я даже ее вымыла. Настолько мне понравилась банка. Пол-литра огромная. Вот реально она огромная. В ней можно что-то хранить даже потом. Это снова мы. Замечательное было средство. Густая консистенция. Маска прям вот переворачиваешь, она не выпадает. Надо было совсем чуть-чуть на всю длину волос. Отлично смягчала волосы, питала и делала их мягкими и послушными. Золотая маска, она не бюджетная. Ну, не сильно, прямо не несколько тысяч. Я не помню, в районе, может быть, 500-800 рублей. Вот. Точнее не скажу. Заказывала я ее на фармакосметика и осталась довольна. Хватило на очень долго. Прям, ну, очень долго. Следующее, что я покажу, это гели для душа. Так получилось, что закончилось сразу несколько в этом месяце. Бывает так, что то ни одного, то сразу все добьешь. Первый гель с ароматом малины, фраппе. Малиновый фраппе с мятой называется. Душ-коктейль от Маграф. Мне его присылала Юленька, Юлия Могилева. Спасибо тебе, моя хорошая. У Юли есть свой канал, Джулия. Отличный гель. Он был не кремовый, вот такой вот симпатичный розовый, малинового цвета.
У него очень приятный аромат. Ощущение было, что я вареньем малиновым моюсь. Очень приятно. Также в этом месяце подошел к концу гель от Сенсенс увлажняющий. Это был уже кремовый гель Эйвон. Аромат был восточная орхидея и малина. Очень приятный, даже такой, как парфюмированный аромат. Нравился этот гель. С огромным удовольствием время от времени использовали. А вот этот гель от Natural, снежный йогуртовый крем-гель для душа. Он идет освежающий, 200 мл. Вот он как-то вот искажался, аромат. И сам гель неплохой, но вот аромат не понравился. Вернее, даже знаете как, он понравился из бутылочки, но пока он стоял в использовании, он как-то вот искажается. И поэтому удовольствия особого не получаешь, когда пользуешься. Не знаю, с чем это связано. Следующее средство Том и Джерри. Вот такое детское средство для купания. Катюшка Минченкова присылала. Спасибо тебе, Катюша, огромное. Максимка использовала с удовольствием и как гель для душа, и как пену для ванны. Но как пена она немножко слабоватая. А вот как гель для душа хорошо работал. Очень-очень приятный аромат был. Вот знаете, вот тут вот нарисовано пирожное. Действительно, таких кексиков каких-то шоколадных аромат. С удовольствием использовали. Дальше закончилось два мыла. Одно у меня стояло на кухне, другое в ванной. В ванной стояло от Faberlic спелая смородина Beauty Cafe. Это один из любимых моих ароматов. Вообще вот серия Beauty Cafe меня всегда радует, и я с огромным удовольствием пользуюсь вот этими вот жидким мылом вот в таких баночках. Отличное количество, больше, так, 300, наверное. Да, 300 миллилитров. У них бывает 300, бывает 310 в гелях для душа, вот в такой упаковочке. Наверное, чем гуще, тем тяжелее. Отличные у них вот эти вот эти жидкие мыла. После него даже не требуется руки увлажнять кремом. А вот после вот этого мыла, тоже 300 миллилитров, но вот более экономная такая удлиненная баночка, и кажется, что здесь меньше. Но на самом деле он тоже был по объему 300 миллилитров, жидкое мыло манго. Его мне присылала тоже Юленька. Спасибо тебе еще раз, моя хорошая. Приятный такой аромат манго, немножечко химический. Но вот он сушил кожу рук, и поэтому приходилось потом пользоваться кремом. Поэтому он у меня стоял на кухне и радовал нас на кухне. Использовали в любом случае с огромным удовольствием. Приятный такой летний аромат. Так, тут получился. Не люблю, я уже много раз говорила, показывать средства хозяйственные. Но вот попалось каким-то образом одно. Это для мытья посуды концентрирующий гель. Аромат манго и освежающий лайм. Хорошее средство. Мне понравилось. Моей маме не очень понравилось. Говорит, какое-то оно быстро расходуемое. Расходуемое. Но на самом деле, семья 4 человека, нам хватило на 2 месяца. Ну, неплохое средство. Дальше. Скраб. Скраб для тела. Закончился натуральный сладкий шоколадно-ореховый щербет. Присылала мне его Викуля Оленева. Вик, спасибо тебе огромное. Это такая вкусняха. Я когда и мылась, мне все время хотелось его просто съесть. Написано здесь, что ручная работа. И входит масло миндаля, какао, ши, сахар без СЛС и парабенов. Вот аромат какао, ши, это настолько вкусно. Он и по консистенции был достаточно густой, даже такой какой-то кремовый, достаточно щадящий, но при этом чувствительной кожей. Мне кажется, это вообще идеальный вариант. И если вы любите аромат какао, то вам понравится. Отличное средство, пользовалась, ну, с огромнейшим просто удовольствием. И его хватило надолго. Так, чем я мылась, я показала. Давайте покажу, чем я пачкалась. После мытья я наносила крем-масло для лица и тела. Но для лица я его не использовала. Это от Faberlic My Honey медовый. И написано: богатая текстура и роскошный медовый уход. Вы знаете, очень приятное средство. Кто любит аромат
Меда понравится. Но тут такой мед, знаете, какой-то с парфюмированной ноткой. Не совсем так, чтобы прямо мед был. Действительно, текстура масляная, и когда кожа сухая, то это просто спасение. Отличное средство, летом не подойдет, а вот во время года осень, зима, то неплохо работает, и мне понравилось. Дальше, умывалка от Himalaya Herbals, освежающий гель для умывания, для комбинированной жирной кожи. Мне его... Что-то я аж охрипла. Ксюша Станкевич присылала. Ксюш, спасибо тебе огромное. Не знаю, будет ли тут видно. Наверное, вряд ли, но может быть и будет. Мелкие-мелкие есть скоробинки в этом геле для умывания. Эти скоробинки являются как плюсом, так и, может быть, в какой-то степени немножечко и минусом. Сам гель вообще супер, отличный. На лето действительно для жирной кожи очень хорошо подходит, промывает, скоробинки щадящие, их вроде и чувствуешь щечками, но в то же время такое скрабирование происходит. Но когда умываешься, бывает, скоробинки попадают в глаза. Вот этот единственный минус. Поэтому нужно внимательно быть и промывать хорошо с лица. Аромат цитрон, мед, ну как-то мне показалось просто косметический аромат. Средство очень понравилось. Оно немножко жидковатое, поэтому я вот его переливала в дозатор. Мне надо было даже два нажатия вот из дозатора. Но хорошее, неплохое. 150 миллилитров в нем. Давайте здесь поставим. Так, а вот я тут еще одно мыло не заметила. Это антибактериальное. У меня должно в мыльнице оно быть всегда. Вот. Одно закончилось, это положила, и вот в течение месяца уже пользуемся им. Хорошее мыло и приятный, кстати, аромат у него. И цена бюджетная. Мицеллярная вода от Эвелин. Новое поколение, глубоко очищающее для демакияжа лица, глаз и губ. Но чтобы смыть макияж с глаз, нужно было потереть. И при умывании после этого средства все равно бывало так, что под глазами чернота оставалась. То есть до конца макияж не смывало. А вот макияж с лица, тональные средства, оно смывало неплохо. У меня не аллергенная кожа, а у меня у сестренки аллергенная. И говорит, у нее на такое средство была аллергия, щечки чесались. Она вот как бы не могла пользоваться. Ну, мне такие подходят средства. Но как смывать сам макияж, на троечку получилось. Вот такое средство. Еще такое средство закончилось. От Avon Naturals очищающий тоник для лица, огурец и чайное дерево. Этот тоник спиртовой. В моем уходе должен такой тоник быть всегда. Ну или подобный, чтобы тоник был на спирту. Для многих это категоричное нет. Многие категорически на кожу не наносят спиртовые вещи. А у меня вот как-то с молодости так повелось, что должно быть. И в течение, может, года я буду им пользоваться. Но когда лицо начинает капризничать, покрываться какими-то высыпаниями, то вот это для него спасение. Неделя использования, и лицо опять как новое. Единственное, после него я использую всегда хороший питательный крем. И тогда все отлично. Дезодорант от Oriflame. Вот такой закончился. Он идет, можно носить черное белье. 50 в нем миллилитров, обещает разумное количество времени защищать. Вы знаете, очень хороший дезодорант. Я его даже летом использовала, правда, на юг не брала, а вот в домашних условиях, да. И сейчас осенью продолжила, он у меня закончился. Присылала мне его Леночка Никандрова. Лен, спасибо тебе большое. Вообще вот эти дезодоранты от Oriflame мне нравятся. У них, начиная от шарика, видите, он такой разумный. Выявлен огромные шарики, поэтому очень много средства на шарике остается. И, к сожалению, подмышки очень мокрые. Тут же перевернул, вернул подмышками, ну как, нанес. И этого количества достаточно, чтобы вот всю эту область, которую необходимо защитить, она была увлажнена. Сохнет быстро, то есть не надо стоять, как птица счастья, растопырив крылья. То есть он хорошо и работает, и ну, понравился. Вот для меня это хорошее средство. Не знаю, у всех же разное от отделения и нужна разная степень защиты. Но вот мне подходило. Для ног. Тонизирующий мусс для ног с охлаждающим эффектом, соком алоэ.
150 миллилитров, приезжал мне ко мне из... Я что-то охрипла прям. Из Тюмени от Оленьки. Оль, спасибо тебе огромное. Я впервые попробовала вот такое средство. Оно очень понравилось моей маме. У нее постоянно горят ноги. И вечерами на ступни мы наносили. Его не надо взбалтывать. Нажимаешь, и идет такая прямо шипящая пена, которая охлаждает. Прям хороший охлаждающий эффект. И вот эта пена начинает так стрелять, шуметь, шуршать. И вот это вот идет охлаждение. Очень приятное, классное средство. Я думаю, теперь оно у нас будет покупаться и повторяться. В этом месяце у меня рекордное количество закончилось средств для рук. Но они небольшие объемы. Крем-масло для рук и ногтей. Интенсивное питание, мгновенное впитывание. Народные рецепты. Это средство мне присылала Оленька, Оля Крюкова. Спасибо тебе, моя хорошая. Оно очень интересно было упаковано, в коробочку даже. И мне оно понравилось. Несмотря на то, что кажется большой тюбик, здесь 45 мл. Отличный крем. Во-первых, если его побольше на ночь наносить, то оно действительно становится таким, как масляным. У вас идет хорошее питание. Но если немножко, то ощущение, что вы уже напитали какое-то время назад масляным кремом, оно уже хорошо впиталось. И вот эффект такой вот увлажненности и напитанности в руках присутствует. Малого количества хватает так, чтобы действительно мгновенно впитывалось и при этом не пропадало в руках, а чувствуется, что оно работало. Мне кажется, это... отличное средство, мне понравилось. У меня, правда, единственное, руки не проблемные, но они сохнут, они постоянно сохнут от мыла, от... Я работаю с тканями и с хлорофайбером, и поэтому у меня руки пересыхают, мне нужно без конца пользоваться, поэтому крема для рук у меня реально летят просто со свистом. Второй крем для рук закончился от Lanvin, ко мне он приехал от Лерочки из Израиля. Лера, спасибо тебе большое. Здесь 30 грамм. Такой небольшой объем. Он, знаете, такой был классный. Во-первых, он был густой, поэтому нужно было совсем немножко, и его хватало распределять на все руки. Очень красивое оформление самой крышки. Вот такая вот тут веточка. Понравился. И аромат приятный. Тут написано аромат океан. Действительно, вот свежесть, морская свежесть такая. Ну, приятный. Прям с таким удовольствием я его использовала. Понравился. Было очень грустно, когда закончился. И еще один крем у меня почти закончился. Это восстанавливающий крем для рук с календулой от Либридерм. Я его... уже вот тут оставалось вот так примерно, просто перелила в более удобную круглую баночку. Ну, я так всегда делаю, когда остается чуть-чуть. На самом деле, вот этот крем закончился не за месяц, а он у меня открытый стоит давно. Время от времени я им пользовалась. Это не бюджетное средство, он в районе 300-350 рублей стоил. Заказывала на фармакосметика. Но вы знаете, вот цена, например, вот этого и крем-масла, огромное, например, если это 350 рублей, а то 50 рублей, то по действию разницы я не заметила. Вот, поэтому, вот, конечно, цена-качество не оправдано. Но он очень красивый по оформлению. У него была коробочка. И, возможно, может быть, у него лучше состав, я не знаю, конечно. Но вот за свои деньги, вот, например, я его не куплю. Для меня это слишком дорого, потому что есть аналоги более бюджетные. Следующее. Закончился аромат в этом месяце. In Bloom. Это от Avon аромат. Их больше нет в каталогах. Даже в распродаже уже не поймать. Это классический, женский, приятный, цветочный аромат. Ну, больше говорить не буду, потому что, к сожалению, его уже можно, если и купить, то у консультантов. Где-нибудь в заначках. Кто является представителем Avon и продает товар. Следующие средства уже ближе
К концу мы подходим. Это из декоративки одно средство от Eva Mosaic. У меня закончился BB-крем. Я по нему буду скучать, честное слово. Цвет был бежевый, 20 мл. Мне его Оленька Ткачева присылала. Оля, огромное-огромное тебе спасибо. Это вот по мне так идеальное средство для лица. Он полностью не перекрывает недостатки. Но он идеально выравнивает тон кожи, он хорошо ложится на кожу, без проблем распределяется, подстраивается. Цвет еще ты выбрала бежевый, который мне идеально подходил. Но я сейчас, наверное, вообще не смогу. Может, смогу? Нет, я его просто... Ощущение, что изнутри вылезло. Замечательный, вот прямо вау какой крем. Мне он понравился и до... того, как я им начала пользоваться, я слышала только хвалебные отзывы на этот продукт. Если есть у кого-то возможность, то попробуйте, может и вам понравится. Неоднозначное мнение вот об этом креме. Я не знаю, продается ли это средство в России. Мне присылала Оксаночка Поц. Спасибо тебе, Ксюша, огромнейшее. Это средство она прислала из Америки. Написано SPF 30, вот такое вот у него название. Из плюсов, это средство, во-первых, хорошо действительно защищает от солнца. Оно, несмотря на то, что достаточно жирненькая консистенция, оно хорошо ложится под тональные средства, как основа под макияж. И, ну, хорошо себя ведет в течение дня. Из минусов аромат. Очень неприятный какой-то рыбный аромат. Но этот аромат неприятен, пока наносишь, потом ты его не ощущаешь. То есть вот несколько секунд как бы с ним контактируешь, и потом все нормально. Ну и можно из минусов отнести, он все-таки жирноватый для лета, кажется. Но так как SPF 30, вообще, когда в креме есть SPF, они часто бывают жирноваты. Но это не мешало для того, чтобы наносить на него тональное средство. И благодаря жирности нужно было совсем-совсем капельку. И мне вот этой вот баночки, тут я не знаю сколько, 10, наверное, 7 мл всего, мне его хватило на 2 месяца. Я его использовала как дневное средство. Отлично. Ну вот, если не считать аромат. Выбрасываю футляра вот от такой помады, кажется, совершенство от Avon. Это были отличнейшие помады. Единственное, что вот этот цвет мне не подошел. Это не я его так вылизала. Я его сварила с более темной помадой, и получился очень красивый оттенок. У меня на канале какое-то время назад есть ролик, где я варю эту помаду. И какой результат тоже в этом ролике. Если не смотрели, посмотрите. Мне кажется, если у вас есть помады, которые вам не подошли, были слишком светлые или слишком темные, то можно их тоже соединить, сварить и пользоваться с огромнейшим удовольствием. В каталоге от Avon в 15-м, кажется, который сейчас либо действует, либо должен действовать, по очень бюджетной цене шли вот эти помады. Они сами по себе просто идеальны. Ложатся хорошо на губы, приятно пахнут и носятся отлично. Единственное, что по стойкости, ну, до перекуса. Так, все, теперь мы по малюсеньким масочкам и умывалочкам, ну, вот по каким-то таким средствам. Не буду читать название. Это для чувствительной жирной и проблемной кожи скраб антиакне. Это хороший скраб. Мне он понравился. У меня их несколько. Их клали по 3 штуки аж в коробочке красоты New Beauty Box. И у меня их штук 6. Поэтому буду пользоваться перед масками. Нравится. И вот этого количества, которое в это средство, ну вот в этой вот, в этом саше, его хватает вообще на 2 раза. Причем на 2 раза так хорошо поскрабировать. Такие скрабинки зеленые. И очищение дает очень хорошее. Понравилось средство. Куда положить? Так, теперь очень многие спрашивали. Я брала вот такой пробник. Это сыворотка магии гиалурона. Сыворотка-заполнитель для тонких и нормальных волос. Густота и плотность. То, что обещают в этой сыворотке. Я взяла их 2, но одну отдала сестренке попробовать. Даже принесла с собой. Как это средство будет выглядеть. Вот оно.
И они обещают мгновенный объем увлажнения от корней до кончиков. Экстра объем активируется при теплой укладке феном. То есть, получается, наносите это средство и укладываете волосы феном, потому что вот этот вот объем создается именно феном. У меня волосы по пояс. Многие знают, что они у меня длинные. Я попробовала вот это средство нанести на всю длину. И вот такого количества хватит вообще на 2-3 раза. Но я решила специально переборщить, потому что многие девочки злоупотребляют, бывает, средствами и перебарщивают. И посмотреть, будет ли жирниться волосы и как оно будет носиться. В общем, к какому выводу я пришла? Действительно, при укладке феном вот этот прикорневой объем отличный. Они действительно поднимаются, укладываются, и все замечательно. Но вот по такой длине, как у меня, я бы не стала наносить в следующий раз на всю длину до самого низа. Потому что при расчесывании волосы начинают ниже плеч путаться. И каждый раз то, что я вроде сделала объем, я выдираю некоторые волосы. И получается, что я по факту-то их делаю меньше. Поэтому это средство хорошо для прикорневого объема, для коротких стрижек вообще, мне кажется, отлично. А вот на длинный волос, например, вот как вот для меня, то не надо до самого низа наносить, либо по длине совсем каплю, совсем чуть-чуть, буквально вот растереть между ладошками и вот нанести. И укладка феном нужна. Вот, то есть вот такое средство. И это мое мнение не окончательное, потому что один раз это не тестирование. То есть это однозначно не тестирование. Надо несколько раз, чтобы быть уверенной. Поэтому сильно не прислушивайтесь. Но объем дает. Объем дает. И у меня закончились три штуки маски. Вот эту маску мне тоже присылала Оксаночка Поц. Домашний спам. Вы знаете, ну, как я поняла, сюда входит масла. И она, так, вот здесь написано, 1, 2, 3. Всего держится 10 минут и потом смывается. Понравилась мне эта маска, она чудес не делала, но она немножко напитала, немножко увлажнила, немножко освежила лицо. И в целом маска была неплохой, понравилась. И главное, не надо долго держать было. И две маски я использовала от компании Шерри или Шерри. Одна пилинг, лифтинг эффект и ультраувлажнение. Танечка Хорошева мне присылала. Вы знаете, очень понравились вот эти маски. У меня еще одна есть. Во-первых, сначала вы наносите на очищенное лицо вот эту сыворотку. Да, с гиалуроновой кислотой. А потом уже на нее наносите маску. Сыворотку я наносила и на шею, на область декольте. Вот сколько сыворотки есть, я ее распределяла вот чуть ли не до пупка, насколько хватало. Ну, на лицо максимально, конечно. Ну, а потом маску. Маску смывать не надо было, ни ту, ни другую. И поэтому, когда она у меня заканчивала действие, я переворачивала. И остатками средства, которые здесь есть, этой маской я так собирала и шею промакивала, грудь, то есть область декольте. И получалось, что эта маска работала в двойном объеме. Очень понравилось. Танюш, спасибо. Вот эти средства хвалю и рекомендую. Вот такие у меня пустые баночки получились за октябрь. Не стала я до конца месяца ждать, потому что через край, когда это все дело высыпается из корзинки, оно надоедает и хочется быстрее собрать и выкинуть, что я сейчас спокойно сделаю. Огромное спасибо за внимание, надеюсь, я была полезна. Всем до новых встреч и всем пока!